Два одинаковых дома в самом центре Чебоксар, но выглядят они по-разному. В столице республики действует муниципальная программа по ремонту балконов. В 2016 году их должны обновить в 6 жилых домах, в том числе в 2 соседствующих зданиях по проспекту Ленина. Жильцы дома номер 5 реконструкции довольны, но наказы строителям все же есть. Ремонтом мы довольны. Стяжку сделали, немножко подправили, но еще не этот, сказали, какие-то отливы еще будут. По программе 75% средств на ремонт балконов и фасадов выделяет городской бюджет, 25% – собственники жилья. Жильцы дома номер 3 участвовать в софинансировании отказываются. Здание 51-го года постройки является объектом культурного наследия. Жители считают, что привести в порядок их дом должны за счет бюджета. Дом является памятником культуры. Многие думают, что, наверное, что должны быть какие-то деньги полагаться данному дому. Но вообще за содержание дома, за то, что своевременно ремонтировался, отвечают собственники помещений. Вот. Если дом является памятником культуры, соответственно, требования к дому более жестче. То есть требования по выбору подрядчика, то есть там должно выполнять работы специализированная организация, которая имеет лицензию от Минкультуры. Соответственно, все должно быть согласовано с Министерством культуры. В Министерстве культуры Чувашии нам подтвердили такую информацию. Ведомство дает рекомендации подрядным организациям по цвету здания, форме балконов или колонн. А вот ремонт, реконструкция и содержание дома действительно за счет собственников. Так что жителям дома номер 3 по проспекту Ленина придется согласиться с предложением администрации города, либо продолжать жить в доме со старым фасадом. Татьяна Молкова, Татьяна Раевская, Сергей Адушкин, Республика.